Я и вам советую сделать такой слаймик. Всем привет! И сегодня мы с вами сделаем слайм из одного ингредиента, или точнее жвачку для рук. Ведь каждый хочет сделать слайм по простому рецепту, и чтобы он получился. Поэтому сейчас самое время поставить лайк под этим видео и подписаться на канал. И если вы подпишетесь, вы очень сильно мне поможете. И я буду вам благодарна. А теперь отложите все дела, сядьте поудобнее и посмотрите это видео от начала до конца, чтобы ничего не пропустить. Ну что, приступаем. Итак, делаем лизун из одного ингредиента или лизун без тетрабората. Я даю пол баночки клея ПВА. Хоть лизун из одного ингредиента, но покрасить я его хочу. Я беру желтый цвет. Я добавила еще немножко для яркости. А теперь самое интересное – это процедура загущения. Смотрите, как я буду делать. Так, сейчас я вот это буду перемешивать руками. Точнее, буду перемешивать одной рукой. Это все занимает много времени. Секрета нет. Дело в том, что слайм загустеет, если его долго перемешивать в руках. Или рукой. Я вижу, что слайм потихоньку загущается. Как видите, он уже отлипает от стенок. Значит, он уже потихоньку загущается. Поэтому я ничего не буду добавлять. Вау, он уже потихоньку становится густым. У клея есть свойство на воздухе засыхать. Вы же видели, когда клей открытый в баночке, он быстро засыхает. Смотрите, он отлипает от стенок. Видите, какой он теперь? Круто! Но все равно он еще сильно липнет. Но я не сдаюсь. Видите, какая рука?
меня слайма рука. Итак, я уже взяла второй рукой. Вымешиваем. Ну и что, что он еще липнет к рукам? Я все равно люблю играть со слаймами. Он уже почти загустел. Он замечательно тянется и хрустит. Мне такая структура очень нравится. Просто перемешать несколько минут. Получился очень крутой слайм. Действительно классный. Он еще очень круто размазывается. С ним играть одно удовольствие. А давайте еще для красоты добавим блесточек. Я беру желтые. Какой красивый! Давайте еще добавлю вот таких зеленых блесточек. Или скорее салатовых. Вау, как это красиво! Золотой слайм! Ничего-ничего! А получился у нас супер слайм! Он похож очень на жвачку для рук. Я и вам советую сделать такой слаймик. А если вы впервые на этом канале, то напоминаю, меня зовут Алина, и вы на канале Эллен Стар. Друзья, а если это видео вам понравилось, поставьте лайк внизу. А если вы не подписались, подпишитесь на канал. Спасибо! По этому рецепту слайм может сделать каждый, и он обязательно у вас получится. Всем спасибо и до новых встреч! Всем пока! Life.